Ёж. Домашний. Ёж. Ежи – это вообще-то лесные животные. Есть, конечно, пустынные, степные, какие-то ушастые ежи, но я их не знаю. Во всяком случае, ежи – не домашние животные. Но если ёжика привезти из лесу домой и оставить перезимовать, он становится домашним животным и отвыкает от лесной жизни полной опасностей. История началась с того, что один домашний ежик заболел. Заболел. И хозяева отвезли его в больницу. Он болел там долго, целый год. А когда выздоровел, показалось, что его некуда выписывать. Хозяева уехали. И забыли про ежа. Эх. Блес! Блес! Он тоже больше не мог вернуться. После такой долгой болезни разве можно жить в лесу? Ежику ничего не оставалось делать, как и дальше. Оставаться жить в больнице. А все врачи и нянечки были даже рады тому, что ежик остался жить у них. Еж был добрый, много умел, украшал больницу картинками, которые сам рисовал и вырезал из цветной бумаги гирлянды. Некоторые товарищи по больнице жалели ежа за то, что ему негде жить. Но еж вовсе не чувствовал себя несчастным. Он помогал нянечкам, возил больных на колясках, а в тумбочке у него всегда были краски, кисточки и цветная бумага. Домашняя кошка. Красивый и умный зверь. Очень.
вкусного молока, которое яшики любят не меньше, чем кошки. Кошка и ёжик стали жить вместе и были счастливы. Кошке нравилось даже то, что у ёжика такие колючие волосы. Их приходится целый час разглаживать щеткой. Кошка купила ёжику валенки и пальто. По утрам они ходили гулять в парк или в кино. А вечером кошка убиралась в доме, готовила обеды, а ёжик рисовал свои картинки или собирал картошку. Кошке так нравились эти картинки, что она даже сердилась, если ёжик уносил одну-две картинки старым товарищам по больнице. А днём, а вечером они собирались вместе возле своей лампочки и рассказывали друг другу про все то, что с ними происходило за день. Или просто бегали по дому и пели песенку. Как у нашего ежа больно кошка хороша. Конечно же,
познакомилась с таким зверем. Хорек! Дорогой ежик, возвращайся, пожалуйста, ко мне жить. Ты хороший, а хорек
плохой. Как же... А если бы хорек оказался лучше? Ты бы что, и не вспомнила обо мне? Спросила ее ежик. Дорогой ежик, ты для меня самый лучший из всех. Возвращайся ко мне жить, пожалуйста. Ну, как же я снова стану жить у тебя? Я теперь буду бояться. А вдруг ты встретишь хорошего зверя? И что, снова отдашь меня в больницу? Так они сидели и молчали. Нянечки стали прогонять посетителей, но кошку не выгоняли. Потом ежик поднялся и пошел в палату. В коридоре погасили свет. Кошка тоже пошла домой. Она очень переживала. Конечно же, плакала, но очень-очень надеялась, что, может быть, ежик подумает, и простит ее. Правда, простит. Она встала рано-рано утром, чисто-чисто убралась в доме, приготовила самый-самый вкусный обед и стала ждать. Но ежик не пришел. Ни завтра, не послезавтра. Ёжик спился и умер под забором. Очень просим. Пожалуйста, прости.